Вот так вот она работает, да? Ты зачем снимаешь? Так Марья Ивановна же просит снимать все, для практики надо. Здоровые практиканты. А что за вызов? Классика. К алкоголику капельницу поставить. Вот это моя тема, да. Сейчас будет. Это диспетчер сказал, там вообще говорить не мог. Тук-тук. Здрасте. Есть там? Здесь, закройте там. Ты где? Да. Иди, снимай. Чего там? Классика. Ух ты, ёпта. А чё с ним? Так он повеситься же хотел. Дурак, то что на лист решится. Уважаемый, вы скорую вызывали. Кому капельницу? Вам ставить? Звони в труповозку. Да блять, ну опять. Студент, ты как за языком своим следи, пожалуйста. Ну мне практику надо сдавать, понимаете? Мне ж капельницу надо поставить, научиться надо. Чего тут смешного-то? Ну давай поставим. Кому поставим? К тебе. Мне-то зачем? Да ему поставим сейчас. Пойдем. А венозную либо капиллярную? Слушай, что ты за бред несешь? В этом случае поставим народную. А Марья Ивановна не рассказывала. Марья Ивановна мало знает. Так, где он? Стол. Капельница нужна для чего? Для того, чтобы дезинтоксикацию организма подвести. Наполняем сосуд, ну, примерно литра на 10 килограмм. Нам нужно что сделать с организмом? Насытить его витаминами, добавляем лимончик. Улучшить мочегонный эффект кроволочком. Вот так вот пахнули на глаз. А кроволочек это мочегонный эффект? Конечно, знаешь, как ссать начнешь. Маркеры поставить в организм, добавляем зеленку. Вот так вот. Ливанул и нормально. И токсины выводим с помощью марганцовки. На острие ножа. А, нравится? Зацени. Огонь вообще, да? Для того, чтобы человеку было хорошо после 2 месяцев запоя, мы ставим ему народную капельницу. К народной капельнице прилагается бубен и яйцо. А иглу? Ты что, мы собираешься в вену, что ли, вводить? Ну да. У него вена что там, туннель под Ла-Маншем. Наикратчайший путь в желудок. Кладем. С прабабкиных времен капельницы. На диван его кладем. Снял. Марья Ивановна будет в шоке. А яйцо-то зачем? Злобные духи алкоголизма туда будут стягиваться. Мы лечим не только тело, но и душу. Все, пойдем чайку. Слушай, это вот сейчас, понимаешь, институты пошли, что-то по-моему думали. Раньше вон народные методы на травке, все были живы, здоровы. А, да. Невредимы. Да. Вывод. Будем кодировать. Больной? Глухой? Нормальный? Нам такие нужны. Подписывайтесь. Чего там? А ничего, вас, друга, от неминуемой гибели, вас дождешься.